Итак, всем привет, кто будет смотреть эту запись на Ютубе, с вами Зерк ТВ, у нас появляется, возможно, новая некая рубрика или формат, называйте это как хотите. В общем, смысл в том, что зритель присылает 300 рублей донатом и выбирает заранее три повтора, которые он хочет разобрать. Точнее, который он хочет дать мне на разбор, на обзор и просмотр. Это могут быть повторы с определенной расой, все три штуки. Это могут быть три повтора по одной расой с каждой из противника. С Протосом, с Тираном и Зергом. Я не очень понял, зачем мне здесь стоит NCS интерфейс, но сейчас я это исправлю. Внезапно это стояло, это не мой аккаунт просто. Мы смотрим за игроком определенным, которым нам нужен. То есть, например, это Ганс, он заранее все дело это оплатил, зашел на канал в Старкрафте, мы добавились с ним в группе, в платеже он указал свой ник в Старкрафте, поэтому я смог его легко на канале найти. И вот мы с ним связались, я могу повтор... Он мне не выдал просто ведущего, а ведущего повтора выдавать нужно для того, чтобы я мог быстро перематывать. Зрители могут попробовать оценить подобный формат. Запускай, Ганс. Он меня слышит на стриме с минимальной задержкой на Good Game в исходном качестве. Вы можете, конечно, сидеть на Ютубе, но там задержка очень большая. Но это уже как вам удобнее, как вы захотите. В чем плюсы и минусы? Минусов особо я никаких пока что не вижу. Но большой плюс в том, что я могу делать это прямо на стриме в определенные дни, в определенное время. Или прям выделять конкретный день под это направление, заранее собирая список людей, которые хотят разобрать свои повторы. Вот, мы повторы запускаем и поехали. В течение игры вы можете задавать ваши вопросы касательно матча определенного. Это могут быть вопросы, в общем-то, любого характера, лишь бы они были об этой игре. Ну или в целом о Старике. То есть вы можете попросить что-то пояснить, что-то разжевать, что-то там в рот вам положить. Привет, Ус. Все, как говорится, на ходу. Все, теперь у нас нормальный интерфейс. Мы смотрим за Ганзом и ищем его ошибки. Повтор идет 28 минут. Естественно, я в какие-то моменты могу ставить паузы, в какие-то моменты могу объяснять, показывать то, что посчитаю нужным. Но чем, собственно, больше таких повторов будет, тем будет интересней. Я не буду конкретно прям комментировать все действия, то есть это будет исключительно помощь. Как если бы это, допустим, был урок с человеком. Вот уже начало игры. На каждый повтор я буду тратить примерно по... ну, от 5 минут. По-любому. Вряд ли меньше. Как раз в рамках вот этого видео мы сейчас примерно засекем, сколько времени потребуется на разбор трех повторов. Естественно, повторы могут быть длинные, они могут быть короткие. Ну, чем длиннее повтор, тем больше всего я смогу вам рассказать. Но желательно не выбирайте на разбор какие-то супер-мега-уникальные игры, которые с вами случались раз в жизни. Например, там вы попались на Терана, который построил лимит батл-крузеров. Вы никогда в жизни этого не видели, но при этом хотите понять, как с этим бороться. Не обязательно такие повторы давать на обзор. Лучше давайте повторы те, которые чаще случаются с вами, то, от чего вы чаще страдаете. То, от чего вы чаще проигрываете. Ну, в общем, давайте засекать. Где мой таймер? Мне нужен таймер. Таймер! Таймер! Так, 21-31. Поехали. С ботвами угадал, но тут не проиграл. Понятно. Макар проиграл, где не доиграл, понятно. Смотри, начало игры. Во-первых, ты играешь в хату, да? Через экстра дрона. То есть у тебя 15-я хата. Я тебе рекомендую, если ты любишь играть в хату, играть в 17-ю, а не в 15-ю. То есть при 17 рабах. Потом, сразу после этой хаты ты делаешь газ. И ты, получается, делаешь не 15-14-14, а ты делаешь еще одного экстра дрона, хотя мог бы сразу после хаты заказать, например, газ-пул или пул-газ. Ну, грубо говоря, ты играешь просто кардинально неправильно. Или 17-й хата, 17-й газ, 17-й пул, то есть фэншуй, как у всех нормальных людей. Либо ты играешь через пул-хату, потом уже весь пен. Не заморачивайся с этими экстра дронами, все равно ты не умеешь их делать идеально, тебе это надо объяснять, рассказывать, показывать. Играй как все, нормальные люди. Вот, заказ будет приниматься только пока что, только минимум от трех повторов. Ну потому что если я буду тратить время на каждого человека, это будет очень долго. С каждым стыковываться это будет очень тяжело. Ну, дело не совсем в экстра дронах, конечно, дело в том, когда ты поставишь пул и прибежишь с собаками.
Вот, у тебя 10 рабов на минералах, рабочих со спинов ты снимаешь, заказываешь рабов, у тебя 16. То есть здесь все четко. Дальше ты заказываешь 2 квины, у тебя должны быть деньги на 2 квины, а ты, получается, жертвуешь... Я понимаю, я вижу, что ты делаешь, я просто пытаюсь тебе же объяснить. Ты жертвуешь 2 квинами, и при этом делаешь сверхмегабыструю скорость. У тебя огромная ставка идет на время появления скорости. Но если тебе нужна сверхбыстрая скорость, почему ты играешь в хату газ-пул? Ты можешь играть в пул-газ. То есть вот это непонятно. Терн не играл через Рипера, и это его большой косяк. Он ничего не знает о тебе, абсолютно. Он играет заранее в быстрых гелионов. Он дожидается своих 4 гелионов, и твои собаки уже вряд ли что-то сделают в начале игры. Гелионы у него и правда быстрые. То есть до командного центра... Ты прибежал к нему, и в итоге база у него не оказалась. Понимаешь, да, почему играть по билду, который ты заранее себе в голове придумал, нельзя? Ты не знал, что у него нет командного центра внизу, а сыграл в билд, который как бы должен контрить этот ранний командный центр. На ладере нельзя играть по билдам, запомните уже наконец. Пора бы уже в 2018 году это понять. Чатик, я сразу вам говорю, вопросы пока не задавайте, пока я занимаюсь учеником. После ученика на все ваши вопросы я отвечаю уже в порядке живой очереди. Вот, ты прибежал лингами, и от них уже никакой пользы. Но ты, забегая наверх, увидел, что строится цеха, и увидел, что строится завод, лаборатория на бараке. То есть ты уже понимаешь, что либо это будет космопорт и перелет для Банши с инвизом, либо он может делать танк, или вообще начать делать стимпак быстрый. Ты все равно не можешь угадать. Поэтому ставишь спокойно третью базу, у тебя вот сейчас в 3.15 300 минералов свободных. И комфортно, уверенно и надежно играешь уже через три хаты, как все нормальные зерги. Дальше ты возвращаешь рабочих на Виспен. Я пока не знаю для чего, но скорее всего, да, ты решил побыстрее выйти в тараканов. Но ты продолжаешь сидеть с двух баз. Понимаешь, для игрока из алмаза это, мягко говоря, грустно. Потому что 300 минералов есть, время идет, а количество твоих личинок не увеличивается. При том, что рабов у тебя чуть-чуть больше, чем у него. Он до сих пор сидит с одной базы. Но ты вот уже увидел выход в командный центр. Но вопрос, готов ли ты сейчас отбивать гелионов или пуш с холбатами, например? Вот у него есть арсенал, о котором ты тоже не в курсе. Гелики приезжают. Их, кстати, могло бы быть больше, если бы Терн хотел. У него их даже нечетное количество, должно было быть 6. Видел одну базу и подумал, что Алын будет. Ну, Алын, как бы, это очень редкое явление. Тирана против зерга. Такое бывает, конечно, но все равно. Ты уже вышел в тараканов, тебе уже все равно, будет там Алын или не будет. Тебе уже ничего не угрожает. Там банша с инвизом, с грейдом на плюс один. О, боже мой. Чего только в алмазе не делают, пипец. Просто ужас. Короче, ты изучил уже лейер, ты поставил третью, тебе нужна скорость рачам как можно более быстрая, тебе нужно продвинуть крип по возможности. И самое главное, после того, как ты к нему прибежал лингами в начале, ты должен понять, что он делает сейчас. Берешь эверсира, каким-то оверлордом, вот, например, вот здесь вот, где я кликаю, залетаешь к нему и смотришь, проверяешь, во что он играет, в технику или в пехоту, или в воздух, или там фаст батл крузеры, ты же не знаешь, во что играет противник. В алмазе очень опасно. Все что угодно может случиться в игре. Ты выходишь в грейды. Хотя мог бы сделать это, конечно, тоже раньше. У тебя очень много скопилось виспе на 600. Даже когда у тебя 200-300 газа скапливается, уже повод задуматься о том, почему газ до сих пор не потрачен. Ну и, естественно, вспомнить про грейды. Ты выходишь в гидру сразу же. И почему, кстати, еще один момент, почему я прошу сразу по 3 повтора? Я за один повтор не пойму, как играет игрок. Может быть, это вот ошибки одной какой-то игры, а может быть, он все время так играет. И за 3 повтора я смогу точно увидеть, какие из этих элементов игрок повторяет чаще. У тебя яма заразителей. Очень стрёмно и опасно делать яму заразителей, когда у тебя экономика с двух баз. Потому что яма заразителей — это дорогие юниты, это выход в хайв, это выход там в бродлордов и так далее, так далее, так далее. Не рекомендуется делать подобного с такой плохой экономикой. То есть лучше сначала побольше надрониться. Ну вот сейчас у тебя рабов уже стало 60, это круто. Экономика хорошая, добыча отличная, больше 2000 минералов, это главное. Но ты до сих пор, скорее всего, даже не знаешь, есть ли у него вообще техника или пехота. Ты же лимит его боевой не видел до сих пор. Эти ошибки у меня всегда... Ой, спасибо, Ганс. Прям греешь душу. Ставку делал на вайперов. Нельзя делать ставку на юнита, который делается очень много времени.
То есть ты должен сначала наклепать лимит конкурентоспособный, чтобы когда он сейчас к тебе вышел, чтобы ты мог на это чем-то ответить. А у тебя, по сути, два гидролиска, там, грубо говоря, три муталиска и 2,5 таракана. Это ни о чем. Тебе уже сейчас может выехать большое количество танков. Твой противник тоже плохо тратит ресурсы, как и ты. Вот ты видишь выход, там банши, гидралов у тебя мало, ты должен сейчас хорошенько заказаться. И вот глобальная ошибка, смотри, к тебе идет выход, ты его увидел. У тебя на земле 14 личинок. И вместо того, чтобы нажать одну кнопку SH, 2, ты что делаешь? Жмешь оклик. Клево. Но теперь поменяйте вещи местами. Сначала заказываешься, думаешь, где ты будешь принимать сражение и как, а потом уже дерешься. Понеслась. И ты проходишь на муве мимо него, нажимая оклик очень поздно. Соответственно, получаешь кучу урона в движении. Тебе уже в это время начинают бить рабов. У тебя до сих пор херово тучи денег на руках. Естественно, даже от такого глупого выхода, как этот, отбиться для тебя проблема. Тебя начинают раскладывать банши. А все потому, что ты, мой алмазный друг, ни разу его не разведал за 9 минут. Ни разу. Ну это совсем жесть. Если ты сейчас напишешь, что ты думал, что он играет в пехоту, это будет очень странно, потому что нельзя думать, надо делать. Дерешься рачами гидрой. Если видишь, что проигрываешь, видишь, что у тебя уже лимита маловато на экране становится, ты понимаешь, что ты уже явно не победитель по жизни, отступи, закажись, дождись до заказа и попробуй еще раз подраться. Надеялся на танки. Ну вот, нельзя играть в алмазе и надеяться. А в низких лигах вообще и надеяться ни на что нельзя. 50 рублей, и ты будешь разбирать какую-нибудь игру протоса. Так, сейчас, секундочку, ребят, Я буду разбирать игру тех повторов, которые мне пришлют в определенный момент. Ладно, едем дальше. Тебе убивают базу, ты продолжаешь копиться. В виспен ты, конечно же, уже уперся, потому что ты не можешь делать гидру таким количеством газа, как у тебя в данный момент. Ну и плюс ты уже вышел в хайв, такой весь пошел в развитие, делал какую-то ставку на вайперов. Но у тебя еще хайва даже не было к тому моменту. Как можно делать ставку на них? То есть ты явно не успеваешь развиваться. Отбил его атаку тараканами, пошел в развитие, у тебя было куча времени. Аверсира ты с собой взял, гидру с собой взял, но помни, что перед гидрой должны быть всегда рачи, которые должны ее прикрывать. Иначе весь дамаг идет по ней. Получается, гидра должна стрелять и по земле, и по воздуху. А тебе еще банши надо убивать, они здесь наиболее опасны. Ну, в плане демеджа. Пройдет 28 минут. 28. У тебя офигительный контроль оверлордами карты. Конечно, все эти оверы сбиваются викингами, но это уже от тирана зависит, будет он это делать или нет. Кстати, пошли викинги. Внезапно. У него очень универсальный мех, потому что там и Тор от Муты, и банши против земли. Единственное, чего у него нет, это танков. Но у чувака 1800 виспена. У него 3 факторки. Он даже в 2 факторках заказываться не умеет. Чего уж говорить про то, что у него денег 2000. То есть он явно очень сильно переживает, нервничает. Может быть, вообще первый раз играет воздухом. Обмазывается турельками. То есть ты его уже никак не убьешь. Ни Мутой, ничем. Ты можешь смело выходить прудов. Не без помощи вайперов. Он делает свитч уже в батлкрузеров. Ты об этом, конечно же, ничего не знаешь. Потому что, еще раз напомню, ты ни разу не залетал к нему на базу. И переходит ли он сейчас в танки или в батлкрузеров, или во что-то еще, ты тоже не в курсе. Инъекции делаешь на протяжении всей игры. Даже в макро. Это огромный плюс. Это твоя самая сильная сторона. Ты умеешь делать инъекции в макро. Не ставь шпиль на третьей базе. Потому что если ты третью базу уже потерял, ты потеряешь ее еще раз. Тебе ее расчехлят. Делаешь шпиль дома. И ты даже не знаешь, сколько у него нычек. Ты даже не видел его четвертую. Ну, по двум радарным вышкам несложно понять, что база слева. Я ее потерял. Я не удивлюсь. Все уважающие себя прогеймеры делают здания в идиотских местах, а потом их теряют. Это нормально, это болезнь прогеймера. Кольцгеймера, только прогеймера. И ты все-таки вышел в брудов. Блин, какие скины непонятные. Хрен разберешь, где какой юнит. Ей-богу, не ясно.
Бруды с вайперами, с гидрой. Хорошая связка, универсальная. Верно, там просто полный разнос. Все грейды подряд он строит, все какие хочет и может. Грейды на атаку ты делал, молодец. Помни, что для брудов тебе нужны грейды ближнего боя, а не дальнего. Гелики к тебе заезжают. В такой ситуации, когда у тебя уже много бабла, уже просто ставь плетки на базах, чтобы спокойнее защищаться от тех же гелионов. Ну, хоть как-то от них защищаться. Я вот и думал, сейчас притянешь ты гелионов или нет. Нет, не стал притягивать. И все, чем больше твои бруды находятся без дела, тем быстрее противник к этому подготовится. Вот как раз пошли в разнос викинги. Брудворды уже вроде как летят в атаку. Надеюсь, гидрой ты сейчас не сильно будешь спешить наламываться на танки. Их можно вытягивать через ландшафт, это делается элементарно просто. Две кнопки нажал, притянул два танка. Вот, пошли бруды вперед, танки начинают стрелять друг по другу. Я просто сейчас хочу очень... Ой, лол! Чувствуете, да? Вы понимаете, да? Где здание строить не надо. Минус шпиль. Здравствуйте. Тем более, если ты знал про баншей, был повод там мазаться спорками, у тебя 3 косаря денег, ты мог на каждой базе поставить по 3 спорки. Не думаю, что для тебя это были проблемы. Вот, ты идешь в атаку брудами. Нельзя идти в атаку брудами без прикрытия караптеров. И викинги, и либераторы тебя, ну, довольно быстро убьют. Хоть какая-то подкрепа должна быть. Ну, а тем более там батл-крузеры. Здесь их только вытягивать. Облака на батл-крузеров можно не кидать. Хоть это поможет, конечно, если ты кинешь хотя бы одно. Но лучше притянуть всех батлов разом. Чтобы они уже не улетели. Сейчас у тебя бруды дерутся с танками, с торами. Танки шмаляют друг по другу. Это очень здорово. Рано не умеют складывать танки. Это для них очень сложно. Вот, и вайперов тоже нужно делать больше, потому что 3-4 вайпера это мало. Ого, нифига себе, видели, пацан, блин, канулся, круто. Круто, круто. Банши тебе уже убили одну хату, ну и ты остался практически без денег. То есть у тебя вообще добычи практически нет. Но ты его можешь дожать. Без экономики можно победить, если хорошо микрить. Но с экономикой проще, потому что есть возможность заказываться. И у тебя сейчас есть возможность заказываться. У тебя 1500 на 1500 денег. Зажми кнопку хотя бы гидры, рачей, чего-нибудь. Караптеров в конце концов. А, ты шпиль потерял, ну тогда да. И если ты потерял шпиль, кэп подсказывает, что тебе надо его восстановить. Какой-то обряд вокруг гидродена. Я матом уже пошли. Боже, какая интересная игра. Просто финал Близкона. Батлов ты кое-как-то расчехлил, но потому что чуваку было лень танки заказывать всю игру, реально. Он делает, он зажал кнопку гелионов во всех факторках, это очень печально. Ты его пытаешься пробивать дальше брудами, ты его почти пробил, но землей ты не можешь подойти, тебе некомфортно. Плюс ты не видишь, что там сверху происходит. И с антивоздухом у тебя беда. А вот это было красиво. Ну, ключевая проблема была как раз в отсутствии дефенса. То есть ты потерял кучу баз, ты отдал за игру миллион просто рабов. Соответственно, добычи у тебя толком никакой нормальной не было большую часть времени. Ну вот в конце игры ты только с порками обтыкался, но уже было поздно. А лимит батлов ты уже не мог нормально пробить гидрой. Тут уже нужны реально и караптеры, и вайперы, и все это вместе должно как-то использоваться. Бонус. Ждем. Ждем. У него даже не максимальный апгрейд еще сделаны, кстати. Тебе еще повезло в чем-то. Так, перематываем, перематываем, перематываем. И сколько в итоге я уже этот повтор разбираю? Уже 5 минут. Нормально. За 5 минут я очень многое подытожил. Я думаю, человек много информации услышал. Это только один повтор, и будет 3. Блин, как у тебя классный овер стоит. Ты их специально так ставишь, или у тебя случайно так выходит? Офигенный контроль карты. Мне очень нравится. Так, ты выходишь в инфесторов, ты кое-как восстановил свои базы, восстановил дронов. Сейчас я потише музычку сделаю, что-то она какая-то буйная.
Миллионы, закопка, инфесторы. А переманку-то, я так понимаю, не делал. Ну, переманку опасно делать, потому что там просветка и все. Банши. И тут батлкрузеры телепортируются к тебе на мейн. Похожая ситуация, у меня на днях такое было на стриме. Тоже было довольно весело. Ты возвращаешься домой. Вот сейчас у тебя уникальный шанс убить всех батлов, пока они телепортнуться не могут, потому что у них кулдаун. Берешь просто всей гидрой, всеми караптерами, просто через shift кликаешь по всем батлам. Сделал апгрейд на переманку? Да, сделал. Так, ассимиляция. И сразу начинаешь через shift кликать друг по другу, всеми батлами. Просто ты их перехватил, а в итоге как бы и не перехватил. То есть я не понимаю, как ты их не убил, реально. Ну, как ты и переманил, и не добил. Батлов там 10 штук. У тебя антивоздуха практически нет. У тебя всего 10 караптеров. То есть вот синими батлкрузерами, которых ты переманил, надо было сразу прокликать по красным. Хотя это довольно сложно, потому что и воздух весь переплетается между собой. Ну, были бы у тебя активные дозаказы, ты бы всегда смог вытащить за счет хотя бы добычи. За счет свичей резких там из одного юнита в другой. Но все началось с твоей разведки. То есть ты даже не знал, во что он играет большую часть игры. Следующий повтор. Нет, Никодим. Конечно же, нет. Это сложно в Москве. Хорошо. Ну, это самый тяжелый тип игр, которые наиболее часто встречаются у многих людей, у которых проблемы с механизированными тиранами, которые выходят в танки, в батлкрузеров и так далее. Это ни для кого не легко. Так, погнали. Повтор, следующая игра. ЗВЗ. Я так понимаю, по одному повтору на раз будет. Здорово, когда меня человек слышит. И когда мы с ним не тратим время на обсуждение. ЗВЗ, да? Так, смотрим. У всех проблема с ЗВЗ, кто не любит микрить, особенно с собаками. Ну вот видишь, да, какую жесть ты делаешь? Куча личинок на земле, поздний оверлорд. Какая-то недоделанная хата Гаспул. В общем, в ЗВЗ есть два нормальных, адекватных опенинга. Это либо полгаз, либо хата Гаспул. Но при 17 рабах, естественно. Понимаю, что по времени выходит... Так, ты пошел с собаками вперед, заказал скорость собакам. Опять это делаешь до Квин. Потому что у тебя слишком ранний пул относительно Виспена. А экономика минеральная слабая. То есть начало срочно исправляй и меняй местами вещи правильные. Ты ему третью хату отменил. И теперь главный вопрос, на который... Да что такое? Теперь главный вопрос, на который ты должен ответить, это что он делает сейчас. Берешь своих лингов после отмены базы, если уж ты пришел убивать базу. И бежишь к нему на мейн. Ты должен увидеть или не увидеть Беллингнест. Потому что если Беллингнест у него готов, срочно ставь плетку, ставь свой Беллингнест и защищайся. Потому что к тебе он Беллингами побежит. 99%. Почти нет таких зергов, которые не бегают в атаку Беллингами. У всех мания победить быстро. Вот, ты в итоге, ну как бы забежал, а вроде как ничего полезного не увидел. Да что такое, господи, у меня хоткей неправильный стоит на этом аккаунте, и он перематывает повторно 10 секунд назад. Короче, вот этим овером в ЗВЗ висеть здесь нельзя. Появляется квина и убивает твоего овера. Ты лишишься вижена. Овер надо вешать на входе. На выходе, точнее, с его базы. Вот он к тебе приходит с беллингами. Гадаю, через USB. И ты это замечаешь. Слава богу, что у тебя линги выбежали вовремя. Ты отбил это дело. Бежишь в контратаку, заказываешь дронов. Получаешь преимущество в экономике. Потому что по рабам у тебя ситуация может быть не очень выгодная. Ты же не знаешь, сколько у него дронов на данный момент.
Вот, но без бейлингов ты бейлингов не отобьешь. Я тебе просто отвечаю. Он пошлет 5 бейлингов через атаку, и ты не отмикришь их. Никак. Даже 2 бейлинга для тебя будут проблемой. Ты тупо не можешь сам атаковать. Тебе приходится опять отступать. Вот ты их заворачиваешь. Тянешь время. Интересный мув ты делаешь. Ты уходишь в сторону лингами. А бейлингами пропускаешь вперед. Бейлингов. Я наконец-то наказал одного из этих самых воздушных геев. Штормы плюс архоны. Как же архоны алэш от сраной грелки. Мушика, держитесь, гады. Привет, чатик. Меньше, чем 3 зерктв. Поздравляю, красавчик. Зерклавлинг, красавчик. Вот, дальше. Ты выходишь в тараканов. Одного виспена тараканов ты много не построишь. Поэтому ты должен делать ручварин в такой момент, когда ты точно уверен, что ты уже не проиграешь лингами-бейлингами. Тем более, даже учитывая, что ты роучварин построил, у тебя даже виспен не добывается. Вопрос, зачем тебе роучварин? Выходить врачей надо в момент, когда ты точно знаешь, что ты выйдешь в них, когда тебе хватит денег, времени и до заказов. Ты к нему оверлордов напосылал. По-моему, где-то там ты решил всех собак, ну это уже не особо важно. Это понятный микроконтроль. Вот ты вышел в тараканов. Виспена у тебя ноль. Ты начинаешь его с нуля добывать. Но опять же, до сих пор не знаешь, а будет ли там Нидус, а делаются ли роучи, а может быть там вообще двухбазовая мута. У тебя никакой инфы о противнике нет. Если пропускаешь лингов на мейн, выделяй всех, что на минералы, кликай на газилку, потом, когда собаки убегут, резко кликаешь обратно на минерал. Таким образом, ты рабов хотя бы не отдашь много. Ну или вообще не отдашь. Лайер у него уже готов. И ты, по сути, тоже вслепую ставишь сам третью. Ну, видишь его третью, но сам делаешь вслепую третью, не зная, сколько там эволюшенов. Будет ли там мута, будет ли там еще какая-то тема. Все это надо проверять и чекать. Идти в атаку тремя рейвенджерами и четырьмя тараканами тоже бессмысленно. Карта большая, это не карта раскол, которая маленькая, да, по дистанции, где ранние пуши очень актуальны. Что ты сделаешь ему здесь тремя роучами? Вон он, один раз заказал врачей, и у него уже больше лимита, чем у тебя. Если это все-таки all-in, то, естественно, ты должен был масить лингов, чтобы они быстро прибежали на другой конец карты и помогли тебе. Ну вот, линги танкуют, врачи подходят в ближний бой. Чем неплохо подходят. Роллипоинт, я смотрю, ты ставишь в атаку, да? Квин, я так понимаю, не любишь биндить. Для того, чтобы делать инъекции. Вот, это даешь равагеров. Ну, понятное дело. То есть, даже если ты к нему придешь с 10 тараканами, а у него там стоит 5... Он закажет 10, и у него станет 15 против твоих 10. Это вопрос одного до заказа, если у него нет саплай-блоков. Руками делаешь? Не, ну понятно, руками, но все равно... Главное, чтобы ты между базами переключался. Быстро. Вот, ты очень поздно выходишь врачей со скоростью, но грейд на атаку реально очень сильно решает в зеркальных матчапах, поэтому старайся пораньше изучить, ну, хотя бы плюс 1. То есть это самый минимум. Хотя бы плюс 1. Чтобы врачи с плюс 1 лингов убивали за 2 удара. Кликаю на отпуск. Понятно, я понял. Вот, оверы у тебя хорошо висят. Карта хорошо контролится. Все здорово, но... А, это его оверы. То есть у тебя нету овера здесь и нету овера здесь. Карта специфична тем, что здесь 3 прохода. Вот, 3 направления. Все эти 3 направления ты должен оверами по возможности чекать заранее. И видеть, через какой из них он к тебе идет. Не должно быть такого, что в ЗВЗ зерк приходит тебе на третью базу, ты такой, а что, я не готов. Всегда нужно видеть выходы оппонента. Уж в ЗВЗ точно нужно. Ну, до появления гидры, по крайней мере, потому что гидра потом всех оверов убьет. Спрашивает, как быстро переводить рабов на газ? Мышкой. Мышкой. Легким движением руки. Вот, идешь в контратаку после потери базы. По сути, если тебе базу убили в ЗВЗ, ты понимаешь, да, что если ты сейчас
своим лимитом, если ты был в плюсе, не контратакуешь и не убьешь его, то потом он тебя просто перемасит сильно по лимиту. Но потеря базы уже была большим процентом того, что ты проиграешь. Бой на рампе отлично, замечательно. Но его больше, чем тебя. Ему плевать на позицию. У него больше выстрелов в секунду, рачи сделают. И как бы круто ты обилку реведжеров в него сейчас не попал, как бы много урона он не получил, даже если он сольет эту группу, которая может быть меньше тебя, он закажется с трех хат, на каждой из которых лежит по 3, по 6, по 9 личинок, выйдет 20 тараканов, и они отобьют тебя все равно. То есть ты не пробьешь его алыном без дозаказа. А ты идешь в атаку именно без дозаказа. У тебя лежат личинки на земле, не делаются инъекции, и ты пошел в атаку вот буквально одной последней группой. 300 спартанцев, которые решили бросить жребий в своей жизни. Он изи выходит до заказа и отбивается. И ты после того, как все-таки подрался, решил такой... А, вот что ты еще сделал самое жесткое. Ты не совсем даже... Не то, что не спланировал, ты... Ты и в атаку пошел, и до заказа не делал, и грейды заказал. То есть у тебя в двух эволюшенах делались апгрейды все это время, целую минуту. Ты должен был, наоборот, посидеть максимум там полминуты дома, потратить все личинки, заказаться, еще раз заказаться и пойти к нему. А так, получается, ты деньги потратил и на апгрейды, которые у тебя делаются, и в атаку вложился, и хату не восстановил третью. Хотя мог ее сразу после потери поставить. Ну, вдруг ты бы не затащил пушем, и тебе пришлось бы отступать обратно. Логично. Ну, как бы, просто нельзя в зеркальном очапе терять базу. Это 90% слив. Тем более на... таком уровне. Не самым низком. Далеко не самым низком. Понятно. Грейды, скорость, отсутствие разведки и атаку надо более грамотно продумывать в голове. Нельзя просто так сломя голову идти вперед. Какими-то маленькими там 10 тараканами, 3 реведжерами. Это ничего не даст. Следующий повтор. Наверное, с Протосом. Угу. Итого, мы уже 30 минут на это потратили. А как так-то? Как время так быстро прошло? Реально 30 минут прошло? 300 рублей, Зурк. Ну ты внезапный. Я давно хотел, чтоб ты мои реплеи поразбирал, но только сейчас я не могу в игру зайти. Только на стриме тебя послушать. Мы с тобой договоримся. Окей. Жди, плиз. Сейчас еще один повтор, а там разберемся, там все обсудим. Конечно, да, с Розен, естественно. Выберем время, выберем день. Так, понеслась. Дальше. Мы уже знаем, что ты вроде более-менее можешь двигать крип, что делаешь хорошо инъекции часто, активно. Опять у тебя то самое ужасное начало, очень неоптимизированное. Потому что к моменту постройки пула, вот самый главный косяк, ты заказываешь скорость, а денег на квин и на трату... На квин у тебя нет, но ты делаешь ставку на лингов. Но еще раз повторюсь, если тебе нужно много лингов в начале, и ты реально хочешь прям кучу-кучу собак, что тебе мешает играть в полугаз? А хату поставить чуть-чуть попозже. Плюс это надежнее от чизов. В разы. Вот, это Теран. Ты мог сейчас, кстати, очень неплохо окружить Рипера, но твоя цель, я понял, бежать к нему и отменить командный центр. Ты не успеешь этого сделать, потому что отмена командного центра не делается через хату. Это делается через пул. Я уверен, ты видел какой-то турнир, на котором кто-то из зергов... делал подобное, когда убивался КСМ и отменялся командный центр. Да, но вероятность того, что у тебя это получится, прям 100%, она не очень большая. Плюс потому, что надо еще правильно в этот пул сыграть. В правильный пул и правильно сыграть в пул. Я понял. Но ты неправильно сделал абсолютно. Это делается не так. Дальше. Ну, ты пытаешься грызть, пытаешься отвлекать внимание Рипера. Сейчас появится Марик, и он может вывести рабочих, естественно, но у тебя уже скорость.
То есть 10 собак со скоростью — это довольно большая проблема для Терана. Вот сейчас бы очень важный момент, ну, по сути, важный. Определить, что тебе действительно важнее: убить КСМ-ку на командном центре или все-таки Мариков. И вот я увидел этот грамотный мув. Ты убил сначала раба, которому оставалось мало хп, чтобы база не достроилась, а потом начал бить морпехов. Правильно, потому что у тебя сейчас прибегут новые линги, и они этих мариков догрызут. Ты должен об этом помнить. Не забывай про дозаказы, потому что если ты вот пушишь, ну, врага, да, в начале игры, и у тебя инъекции не делаются, самые первые инъекции, это самые важные, это плюс 6 личинок. 6 личинок — это 12 собак. 12 собак могли бы сейчас Терана загрызть нахрен. Но ты пропустил 2 инъекции уже у первой квины и целую инъекцию у второй квины. Потому что, пойдя в атаку, ты не дождался момента появления квин. Ну, потому что у тебя билд кривой, банально. Тупо кривой билд. Вот, ты прибегаешь, продолжаешь его грызть. Грызть. И у тебя все-таки получается отменить цеху. Ну, понимаешь, каким потом и кровью тебе это досталось? Играл бы в полгаз, у тебя все бы получилось. А он мог сыграть не в командный центр внизу, а поставить его сверху. И тогда бы ты остался практически ни с чем. Ты очень сильно пожертвовал бы экономикой, очень сильно вложился бы в лингов, которые уперлись просто бы в стенку. Это рискованно. Я не думаю, что это клево. Просто не все терны делают ЦЦ внизу. Не все терны открываются в ЦЦ. Начнем с этого. А если там прокси-бараки какие-нибудь... Ну, не лишние, но линги, минус 8 лингов в начале — это минус 8 рабов, не забывай. 4 раба, точнее. 4 раба — это тоже деньги. Нет, ну прокси понятно, да, там... Там факт. Последовательность не та. И сейчас я вижу, ты как в ЗВЗ добавляешь Роуч Варен. Вижу, добавляешь спорки. Почему ты ставишь спорки одну в минеральной зоне, а другую за минералами? Почему не около газилок две штуки? Или можно поставить одну, допустим, вот здесь спорку под газилкой, а другую в минеральной зоне, где она стоит посередине. Чтобы здесь не было мертвых зон. Получается, сверху мертвая зона, где газилка. Вот так вот. Ну, я на стриме показываю, не знаю, смотришь ты, нет. Короче, выше газилки мертвая зона для той же баньши или чего-то такого. Но спорку всегда можно перекопать. Она перекапывается мгновенно. Об этом париться тоже сильно не надо. Просто ты... Зачем спорки-то заказал? От либераторов, что ли? Блин, ну на третьей базе было бы здорово сделать сразу же. Забиндить третью базу. Молодец. Время тянуть. Ну вот так, против таких тиранов, которые просто от балды отправляют через шифт либератора, да, спорки работают. Но тиран наглый. Он сыграл в 3 командных центра. Быстрых. И он уже сейчас очень даже молодец. А ты вместо того, чтобы намасить экономику, ты же его напрягал в начале игры сильно, да? Он вряд ли на тебя выйдет каким-то мощным выходом. Он сейчас развлекает тебя медиваками. О, еще одна спорка убила медивак, клево. Три центра ты не видел. Блин, ну что ж такое? Естественно, не видел. Again. Привет Артосису. Ну и дальше. По-моему, этот разбор уже как целый урок получился, вам так не кажется? Нет, на уроках все гораздо больше времени. Там можно более детально углубляться в каждый вопрос. Бьешь ты его врачами, тараканами. Чувак вниз спуститься не может из-за того, что сам саплай себе закрыл. Это лол, конечно. Ты поставил инфестарню зачем-то, я не знаю, какая цель у нее была. Просто выходить в хайв в юнитами без апгрейдов — это самоубийство чистое. Сделать сильных юнитов без апгрейдов — это как играть одними собаками с очень быстрыми грейдами без всего. Это тупо. Грубо говоря, зачем тебе ультралиски с грейдами 0-0? Что они тебе дадут? Ничего. Вот. Ну и дальше. Это, конечно же, крип. Ты его двигаешь очень кучно. То есть много криптуморов стоит слишком близко друг к другу.
Жди, пока крипер распространится, и двигай его в разные стороны. Потому что вот здесь слева, где на тебя нападают на этой карте, эта карта очень опасна атаками вот именно с этой стороны, на третью, на четвертую базу. Крип вот здесь вот больше всего необходим. Даже более важно, чем в центре. Потому что в центр, в чистое поле, на открытое пространство, на эти камни, нормальный человек не пойдет. Он по-любому пойдет в обход. Потому что тирану нужно держаться в узких проходах. И танки, и ландшафт. Все в этом духе. Смысл 10 опухолей на центре. Тут хватит 1, 2, 3, 4. Вот вместо вот этих 15 опухолей в центре можно сделать 4. И крип распространится ровно на такое же расстояние. Лучше бы крип был здесь, для отбивания атак. Тем более ты знаешь, что Теран к тебе сюда придет, если ты не первый раз на этой карте играешь. Ой, вот сейчас мне очень не понравилось, что ты сделал. Ты, по-моему, всем лимитом, по-моему, кликнул какой-то определенный танк. Ты кликнул в первый танк. Вот видишь, все рачи сзади не могут пройти. Они все толпятся. Потому что ты фокуснул танк всеми рачами спереди. Они не дают как раз возможности вторым рядам протиснуться. Они блокируют стеной, получается, сами себя. Делай шажок вперед и нажимай атаку. Фокусить очень тяжко в некоторых моментах. Тем более у тебя бейлинги побегут к танку. Ну да. Вот, Беллинги Роуч, это замечательно. Забавная ситуация, смотрите. Еще раз хочу показать. Как Зерг бежит просто правой кнопкой. Заметьте, Зерг бежит правой кнопкой, кликая вот синие, сейчас красные клики. Это не оклика, это именно правая кнопка мышки. За Тираном вместе с Беллингами. То есть Теран убегает, а Зерг за ним бежит. О, так смешно. Но у тебя, опять же, тонна личинок на земле, 25 штук. И ты перед тем, как драться вот здесь, должен был заказаться. Ты мог заказать 25 тараканов. Не 22 бесполезные собаки, которые сольются от танков и пехоты на стимпаке, а 25 тараканов, жирных и огромных, на которых ты делаешь, должен делать апгрейды. А ты начал заказывать грейды на гидру, на скорости передвижения, хотя у тебя войска без апгрейдов. Как с тираном играть с отставанием по грейдам? Это же самоубийство. Есть одна фраза, которая научила меня делать апгрейды. Один апгрейд — это один юнит. Или Сентри, или Реваджер, или там Гидролиск. Один апгрейд — это один юнит. Особенно первого уровня. Ну, второго уровня и третьего, естественно, чуть подороже. Поэтому сейчас ты мог спокойно иметь грейды 2-2. И ни в чем себе не отказывать. Каждый выстрел морпеха по таракану был бы на 3 единицы меньше. Ты в итоге вышел в вайперов, которые против пехоты как бы не особо сильно заходят, потому что Теран выбегает из пехоты назад и продолжает тебя расстреливать. Не вайперы здесь были нужны. Надо было постараться сохранить все свои 3 базы и выйти по возможности в ультралов. Но без гридов это тоже не делается. Ну, это, опять же, поверхностный обзор повторов. Не глубокий, не детальный, не супер-пупер, так сказать, доскональный. Есть очень много вещей, которых я еще здесь не сказал и не успею сказать, ну, потому что у нас прошло уже 35 минут, хотя планировалось уделить на это минут 15. Но повторы были длинные и интересные, поэтому большое спасибо за первый заказ. Не знаю, будет ли пользоваться эта идея популярностью, мы уже решим, в какой день, когда, как мы будем это проводить. Может быть, я в день по паре таких заказов буду брать, может быть, какой-то определенный день мы под это выберем. А, товарищи на ютубе, я прошу вас поделиться вашими впечатлениями об этой идее такого формата разбора повторов. То есть быстрого, не очень глубокого, но такого, среднеповерхностного. Есть очень много вещей, которые есть смысл этому, допустим, текущему зергу объяснять. То есть, как правильно идет начало. То есть, на том же уроке я могу это показать. Большое спасибо. Да, и тебе тоже, естественно. Надеюсь, было полезно. Если какие-то вопросы будут после этих повторов, можешь мне потом сам написать. Типа, вот, зерг, мне было непонятно там. Ты вот объяснял про то-то, а как делается это и это. То есть, это возможно. Жду ваших отзывов. Собственно, сейчас от вас требуется только одно. Я, наверное, немножко спешил, но повторы были, правда, длинные. Я понимал, что это затянется.
Тем более, когда реплей на 30 минут, нужно разобрать каждый из элементов. То есть начало, переход в мидгейм, разведка, апгрейды, крип, инъекции и бла-бла-бла. Все накапливается. Если у вас перед заказом обзора повторов, разбора повторов, будут конкретные вопросы, например, Зерк, я на 13 минуте сделал то-то, но проиграл. Или я на 14 минуте принял такое-то решение, было ли оно правильным. Там, я напал там-то, хотя мог сделать то-то. Все это упростится и улучшится только в том случае, если у вас будут конкретные вопросы на конкретные моменты игры. В общем, жду от вас отзывов. Спасибо за внимание. И спасибо Ганс Владу. Ты был первым. Помни об этом.